Ну что ж, всем привет, с вами снова я, The Baby-Vitor, мы сейчас играем Star Wars Outlaws. Продолжаем прохождение, это у нас получается... Получается, нам нужно... Мастер по дронам. Это основные задания у нас. Или Громилу выбрать, или мастера по дронам. Точно не знаю, куда же, блин. И что за место вообще? Место Акива, а это Татуин. Ну давай на Акиву, там растительность есть красивенько. Давай туда полетим, да? Здесь мы уже все выполнили, ну кроме, понятно. Кроме, понятно, дополнительных заданий, которые такие бесящие, что просто не хочется их выполнять. Вроде бы даже улучшили производительность, точно не знаю. Проверим, в общем. В общем, проверим. А там хз. Как оно будет? Это кто? Донка left that message. Let's hear what she wants. Kay, got another job for you. I brokered a sale between the Pikes and Ashiga for an exotic bivalve. A clam. But now, I hear the Pikes are gonna sell it to Crimson Dawn instead. Problem is, I don't get paid unless the Ashiga get the product. Go break up the deal, and bring that scary droid with you. I'm sure seeing him will help. If you're in, I'll send you where the Pikes and Crimson Dawn are gonna meet. Should we leave now, then? No, I don't need your help. I'll be fine. You stay here and just tell Danka I'm in. Так, это обычное задание, брокер. А нам нужно... Джейлен wants to talk to you. Сесть и полететь, да? All right. Полетели. Let's get moving. Let us jump. Really? Так, а нам нужно, походу, прыгнуть было, да? До этого, что ли? Или нам придется теперь лететь, допустим? Походу, придется лететь. Туманности не работает. Туманности не работает, понятно. Значит, нам нужно вылететь, походу. И потом гиперпрыжок сделать. Сейчас сделаем. Так, это что? Смотреть, что где. Ремонт. Ну да. Пойти вот сейчас здесь можно будет сделать. Во. Орбита Ташары, да? Туда же нужно? Получается, да. Получается, да. Айю. А зачем еще подтверждать? И так был готов. Еще подтверждать нужно.
space. Ну, слушай, прикольно. Выглядит достаточно интересно. Подожди, я сейчас по звуку посмотрю. Не слетел ли звук? Ну, вроде бы нет, но что-то почему-то звуковые эффекты слетели. Они что-то меняли, что ли? Динамик контроллера? А, это на PS-ке, да? Видеоролик и... Давай 80, наверное, процентов. Звуковые эффекты на 70 сделаем. Общая громкость. Давай музыку на 20, она вроде не банится. Так, по 80, речи, видеоролик, громкость общая 80, ну нормально. Ну, графические настройки вроде бы слетели. Или нет? А, не все, по-моему. Тоже так само. Какие-то слетели, какие-то нет. Ну, в принципе, вроде бы общая производительность, да, немножко получше. Плюс там что-то было со скрытностью, как она меня выбесила. И эта скрытность раз в миссии, это просто нереально. Просто нереально. Такая бесячая, блин, система скрытности здесь. Ну, вроде бы немножко они получше сделали. Ну, не знаю, мы попробуем, потому что здесь заданий еще таких, я думаю, достаточно будет. Поэтому можем потом оценить. Приземляется уже, ну ё-моё. Сколько лететь-то можно? Сколько можно лететь? Наконец. Подожди, мы же здесь были, не? Какого? Нам же не сюда нужно. А почему-то ж... Подожди, я ж перепутал, куда лететь нужно. Идеально? Да это не идеально. Я перепутал, куда нужно лететь. Джейлен still waiting to hear from you. Да идет, пускай этот Джейлен. Подожди, нам сюда и нужно, получается, что-то. Какого? Дневник. Да, блин, опять это задание сраное выбралось. Да ё-моё, ну... Зачем, блин? Чем-то здесь производительность немножко таки подупала. Я выбегу посмотреть. Ну слушай, красиво. Более-менее почище картинка будто бы стала. Ну, не знаю, насчет общей производительности. Блин, так и подумал сразу, что что-то здесь не так. Alright, let's go. Copy that. Ой, зачем новое задание, блин, активировать, активным делать? Я же вроде не нажимал ничего. Опять сейчас вот это ролики смотреть, загрузки сцены. Бесячая херня, конечно. Я же вроде реально ничего не нажимал. Типа сделать его активным, там, что-то подобное. Обычно такое я делаю, типа там активным сделать сразу. А здесь нужно в менюшку заходить. Почему оно выбралось, непонятно. Так, это Акива, нам нужно Акива. Я сразу не понял, в чем прикол. Ролика никакого не было. Туда, сюда. Так, а у нас там все нормально, да, все нормально. Все. С этой минуты все должно пойти. Все должно пойти гладко. Wow. It's so green. That's right. You've never been somewhere this verdant. You have? I've been to every biome you can imagine.
А что ж это за такие биомы? Какие-то биомы там он видел, которые нельзя представить. Не, ну ему удобно. Он робот. Так, и что это разбитое? Хотелось бы туда, знаешь, полететь, осмотреть что-то, но... Вон, А, нет, он же был. Ну, ты понимаешь, что это, блин, какая-то херь непонятная, которая ни на что не повлияет. Ничего интересного там не будет. А если будет, это так вот, заглушка, чтобы ты, там, допустим, больше времени потратил на прохождение игры. Поэтому это плачевно. Так, мы поехали, приземляемся, космопорт Миры. Здесь, кстати, должно быть интересно, красиво даже. Это джунгли типа какие-то, очень зеленый биом. В общем, что-то красивое должно быть. Эти экраны загрузки, блин. Smuggling, wildlife trafficking, rebel activity. Aren't they friends of yours, Kay? Sure. And I owe them after our little run-in on Kanto. Ah, you're all using sarcasm. Excellent. We need a gifted droidsmith to get past the gatekeeper. You say Gadeek's our guy? I believe you. For the record, he doesn't. What does a petty criminal from Kanto Bight know about droids? No, he knows all kinds of things. Like how to remove a restraining bolt without detection. He's got the spike that can erase protocols. If you keep talking, I'll be forced to blast you. And Kay, I don't need help. I'm not broken. О, не сломанный робот. Чувство робота, конечно. Джейлен. Hey. ND5 told me things got tough on Kajimi. Yeah, we got Ankh, but it was messy. Could have played it better. You're not the first to be misled by Crimson Dawn. Kira's been shaking up the whole underworld. We just have to keep moving forward. Yeah. Yeah, right. Okay. Good job out there. Ага, мы хорошо справились, конечно. Так, а мы улучшить что-то можем? Модуль, внешний вид. Ну там ничего нету. Kay, start at the Alcazar. It's a cantina owned by a local gangster named Surratt Nuat. If your droidsmith friend is as good as you say he is, Surratt will know him. Anything else you can tell me about this guy? Surratt is a smuggler. He uses the catacombs under the city to move his merchandise. He's also a psychopath. And word is, he picked a fight with the Pikes in Mira. Thanks. That helps. You won't thank me after you meet Surratt. Все прикольно здесь, конечно. Прикольно. Да. Так, ладно. 119 метров у нас.
Прикол, блин, кто-то на мой номер такси заказал. Там все нормально. Ошиблись немножко. Так, 50 метров. 50 метров. Это нам куда-то сюда, походу. Just ignore them, Nex. А кого ты? Ой, ё-моё, что ты такое? Блин, они каких-то... Ты сделал немножко похож на... как же его, блин? Гремлин вот этот, как... Короче, неважно, ладно. Такие, конечно, существа, блин. Ладненько, ладненько. A race sponsored by the Empire. They might as well declare their jockey the winner now. Да не, спасибо за вашими гонками. Подожди, смотрим. Понятно. Почему оно тоже выбирается? Вот оно, задание все равно светится. Основное. Куда побежал? И что ты прибежал? О. Так, 17 метров. Нам с барменом, да, поглядеть немножко, как обычно, впрочем. Бля, а можно было как-то, слушай, ну сколько уже... третья, да, планета, получается, или вторая? Мы все время, когда прилетаем на планету, говорим с барменом. Ну что это за клише? Ну это же странно. Ну почему там с другим человеком каким-то нельзя поговорить? Типа бармен знает все, да? Ну вот тебе ну, странно. Очень странно. What? No, I need to see your boss. Go ahead. You'll find Surratt in the back. Thanks. This place big on Sabacc? Some high rollers in town. So every chance Emira wants to take their shot. Good to know. Да пойси, хватит. Hey, Jalen, you there? I'm... С вашим Sabaccом. Я уже наигрался. About to meet Surratt, but I need some leverage here. Why don't you offer Surratt spice in exchange for information on your friend? Oh, yeah, that could work. Consider it an investment. Watch yourself in there. Казара новая находка какая-то. А что вы готовите? Что ж ты это ничтожно так мясо рубаешь-то, ёканый бабай. О, это ты жаришь вот этих чуваков, которые там при, на входе были или что? Что такое странное? То ли курочка это, то ли... Да не, вряд ли это курочка, конечно. Какая-то стрёмная херня. Здорово, мужичок. Sure. Good luck. Oh, Criff. Who is he? Someone who betrayed me. Get out. Wait, I've got something that could make you very rich. I just need some information. Hmm? What kind of information? I'm looking for a Rodian named Gadeek. Just need a location. Hmm. Keep talking. I've got two shipments of Sansana spice. It's yours if you can tell me where Gadeek is. I see. Deal. You'll find your Rodian at an Imperial research station. Unless the Hutt cartel has already killed him. What? Why? What did he do? You can ask him. He only has himself to blame. It's my brother. What? The man in the table. He took my eye. But I took everything else. Yeah. I see the resemblance. Окей. Брата спрессовал куда-то. В карбонит какой-то залил человечка. Как можно так поступать? Жесткий тип. О, а что это за оружие? Какое-то интересное, слушай. Прикольно. Какое-то достаточно интересное оружие. О,
Мы с него пострелять не сможем, потому что здесь такого нету. Джейлен, I've got a lead on Gadeek. Рабочего. He's working at an Imperial research base. He's Empire. We should call this off. Gadeek didn't get a choice. It was prison or enlist. Anything else we should know? He's also made some enemies on Akiva, but I'll take care of it. Make sure you do, Kay, because this has already cost me enough. For the record, this is a terrible idea. 5 км, ё-моё. Жёстко как-то до базы добираться. Как-то жёстко. А быстрого перемещения, конечно же, у нас нету. Бля, а куда добираться? Ёлы-палы. Подожди, а сюда тоже ж можно? Можно, но мне кажется, мы туда не проберемся. Почему-то. Такое ощущение, будто мы можем туда приехать. Хотя не, вот что-то закрытое. Походу мы туда вообще не доберемся. Ладно, давай по левой стороне туда, походу. Или нет? Что-то вообще непонятно. Ладно, тогда будем, короче, разбираться по пути. Вау. Это общее улучшение производительности. Worry more about the threats you don't see. The syndicates are locked in a struggle for control of Akiva's lucrative black market. Tread carefully, Kay. Общее улучшение производительности. Классно. Чисто фризануло нормально так. Так, подожди, где-то... Не, это что-то другое. Это мы здесь открыли быстрое перемещение, понятно. Слушай, здесь красиво, но красиво не настолько, чтобы оно фризило. Угу. Че, мы в какой-то район зашли или что? Как отсюда выбраться-то? Да, мы в какой-то район зашли, короче. Портал Пайков. Охренеть, конечно. Так, а как нам отсюда выбраться-то, ё-моё? Вот здесь, да? На... Право получается. Ой, налево получается. Да. 4 километра. Как там вызывать спидер? Тэшечку. А, окей, полетели. Полетели. Да я не хотел, извините меня, пожалуйста. Бля, серьезно? Серьезно? Общее улучшение производительности. Ебать. О май гад, да что с тобой не так, игра? Подожди. Что с игрой не так? Да нет, вроде бы все в порядке.
странно, в общем. А если это такое общее улучшение производительности, то это очень странно. Тогда нужно настройки на стандарт поставить. Hey, Andy Five. Surratt mentioned Gadeek might have problems with the huts on Athenas. Any idea why? I'm seeing a lot of chatter about the Empire decimating the Syndicates here. Perhaps your friend is involved. Huh, that really doesn't sound like Gadeek. The Empire changes people, Kay. Remember that. Как будто бы оно не успевает прогружать и начинает потом подвисать. Но такого что не было даже до этого. Очень странно. Ну ладно. Нам куда-то сюда вроде бы. Так, окей. Летим дальше. В общем, я так понимаю, что мы дальше будем... Sounds like a chance to score some nice contraband. Tell me, Kay. Может, не стоило ее обновлять? Sure. I mean, a droid's a droid. The Y7 models are notoriously fickle. Yeah, I got a taste of that. Geek's always had a way with droids. I'm sure he likes... It might get rusted! Okay, as I was saying... Yeah, I got a taste of that. Geek's always had a way with droids. I'm sure he likes them more than people. I don't disagree. Я сейчас немножко в ахере, если честно. Я думал, она будет получше работать. Почему-то фрезы появились. Очень круто. Круто, Ubisoft, в общем, круто. Если у вас такие обновления, то это очень круто. Но вообще там еще я обновлял драйвера. Ну, чтобы драйвера так сильно повлияли, ну, это вряд ли, наверное. Но я думаю, что это просто хреновенькая оптимизированная карта. Ну, плюс здесь растительности много, можно на это списать, что... Ну а почему оно не успевает обработать и начинает подвезить тоже, мне понятно. Похоже на то, знаешь, когда мы кусок карты проезжаем, оно типа все нормально работает, а потом начинает опять подгружать. Очень странно. Пиздец. Это какой-то кринж, блядь. Если такие обновления, то это круто, да. Придется тогда какое-то масштабирование включить, потому что это неиграбельно. Ну блин, реально, до этого все нормально было. А здесь какие-то фрезы появились, непонятно. Чего, блин? Да сюда иди, ё-моё. Давай, двигай. Так, отлично. Для меня пока что странным остается, что оно
Так и ноль, все равно, блин, может у меня какая-то проблема. Да вроде бы не было. Тебя нужно проверить. Все равно нужно все проверить. Так, чего, блять? Чего? Кого? Как оно так сработало? Оно даже не попыталось мне подсказку какую-то дать. Что-то очень странное, блин. Хреносит там пацанчик. Так, а нам? Нам нужно... Куда? Туда, наверное, нужно пробраться, да, получается? А вы отсюда отойдете, не? Я так понимаю, нет. Какой-то полудурок за 3 километра меня заметил. All clear. Nothing to report. Next. Set that off. Status report. What is that thing? Nice. Intruders! We are doing this the hard way. Raising the alarm! What's happening? We've got a class 1 offender. These guys don't stop. And besides, I've made it into the base. If I know it, I'm gonna hold up in my workshop somewhere. All the units are located in the sublevels. Sending you the location of the primary turbo lift. Пиздец, она фризит, ё-моё. Пиздец, она фризит, да что за херня? Что за говно, блин? Что с игрой не так, я не пойму. Да с ней, в принципе, все не так. Ну, это очень странно. Работало, что все нормально. Вообще не играбельно. Сделал, блин, обновление. Лучше бы не обновлял. Какая странная херня, блин. Первый раз такое вижу, что в игре до обновления было лучше, чем после обновления. Это вообще какой-то нереальный... Короче, это пиздец. Слушай, ну даже когда сюда заходишь, тупит, блин. Ладно, может мне нужно просто перезагрузить игру. Давай попробуем. Что я сделаю еще? Так, давай смотрим. Смотрим. Что это поменяет, не знаю. Если ничего не поменяет, то это очень странно будет. Для меня пока что это непонятная какая-то хрень. Может быть, реально нужно перезагрузить было, потому что я настройки менял.
Может быть, оно, типа, не все настройки, типа, нормально выставило, там, не прогрузило, допустим, или еще что-то. Мало ли, мало ли. В общем, посмотрим. Я еще одну игру запущу попозже. Проверю. Ну, скорее всего, мне кажется, это Звездные войны такие прикольные. Но если нет, то хрен его знает. Пока что они очень себя странно... Короче, игра себя очень странно ведет. Ты шо, манутый? Никс, be careful! Никс, be careful. I gotta get help. Nick, stop him! Пиздец, тревогу подняли. Тихо, тихо, тихо. Нет, слушай, вроде норм стало. Облава, вроде, это ё-моё. Ладно. А чё ты как-то странно, слушай? Типа, спалился так тупо. Думал, сейчас постреляю, нормально будет. Типа... О, май гад. Это очень веселая игра. Если в неё не играть. Угу. Наверное, так. Даже в Аватар было поинтереснее играть. Серьезно. Как-то... Когда... Ну, короче. Так, окей, подвисло немножко. Поехали. Так, вроде никто нас не заметил. Здесь вроде тоже. Так, идет типчик. Давай, наверное, сюда. Сюда, быстро сюда. Так, ну не туда ты пошел. Не туда-сюда. Так, хорошо. Может быть, сейчас камеры отключим? Чего там все? Не понял прикола. У меня все эти отключены, что ли?
И что за херня с игрой? Где она там была? Взлом? Включить? Обычная, меньше. Ну давай меньше, пускай будет. Красноречное время, какие-то действия. Шульничество, кислено. Ритмическая игра, вскрытие замков. А, ее вообще может. То есть я тогда вообще не мог ее отключить, а здесь вообще можно полностью ее отключить. Ну давай так и пускай так и будет, в принципе. Чем меньше такого будет им, тем интереснее, мне кажется. И нужно будет сидеть на этих заставках. А что это загрузка в левом верхнем углу так светится долго? We have a dangerous fugitive in our sector. Так, хорошо, вроде прошли, нормально. Ладно, буду в следующий раз знать. Если какие-то есть фризы и прочая тема непонятная, нужно тупо... Тупо перезагрузить игру и все. Тогда нормально все будет. Я думал, здесь оно сразу типа... Применит все настройки, все нормально будет. Оказывается, не так. Моя ошибка, короче. Здесь же никого нету. Найдите гидика в комплексе. Что это за задание? Мастер по дроидам. Хорошо. У меня всегда так, блин. Да, вот не проверишь сразу все. Там какие-то, блин, всплывают не очень моменты. Так, вроде бы сюда. Хотя да, я же там один раз только настроил, когда записывал и все, и больше не трогал настройки графики. Все нормально, спокойно работало. А здесь тоже я типа тронул настройки немножко. И в общем, да, вышло так, что я даже игру не перезагрузил. Не проверил ничего. Ну, думал, нормально будет работать. Не, получается, ненормально. Так, чего, блядь? А, может, нашли тело, которое я оставил. Блин, а здесь? Что это за зона такая интересная? Next, find cover. А как это обойти? Таня, турели нужно отключить. Если бы она автоматом еще садилась, блин, было бы тоже хорошо. А куда? Куда нужно? Вот же провод идет, да? А это ж он? Там ничего сделать нельзя. Жди, он там тоже провод идет. Как ты?
А, он же ниже там стоит. Ладно, сейчас нужно разобраться, где этот провод, блин. В каком терминале нужно отключить эту турель? В общем, странненько, конечно, странненько очень. Что-то загрузка, мне кажется, дольше стала. Хотя могу ошибаться. Oh, hi, ладно. Nix. Так, вот желтый провод. Или может не по проводу нужно идти? We gotta kill the power to that turret. Come on, Nix. Но, походу, сюда нужен, типа, в эту комнату. А чтобы в эту комнату попасть, нужно вот здесь. Да, точно. Не заметил. Так, здесь обычный подъемник, да? Так, вроде бы все. Или нет? Ой, подожди, спрыгни. Или нам нужно еще успеть прыгнуть, да? Понял. Алло, 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 алло. Скоблять. А, то есть вызов турболифта есть? А потом он автоматом поднимается. Офигеть. Так. Подожди, а Никса можно сюда, нет? Ладно, давай посмотрим. Мне кажется, Никса можно это сделать. И будет это лучше. О. Так, мне, наверное, на эту сторону нужно лучше. А почему ты стреляешь? Я же, типа, такой объект. Или он по ящикам тоже стреляет? Пойму, любой движущийся объект нужно, да? Чтобы начать стрелять. Ты что-то наделал. Так, отключить. Найдите Гидика. А, собственно, где его найти? Come on, Nix. We want that turbo lift. А, вот этот же турболифт был. Я думаю, что он не срабатывает. Это был турболифт. Так, а дальше? А почему здесь никого нету, допустим? Или никто сюда не мог дойти через турель? Турель всем мешала пройти. Но почему-то я имперцев там не вижу. Вот как быстро, хорошо. Была бы это интересная игра, я бы, может быть, и использовал каждый раз взлом этот или еще что-то. Long time no see. Get many visitors? Is that K-Vess? Couldn't be.
There's no way she would show her face here. I got a job. The kind we used to dream about back on Kanto. Well, I'm done dreaming, Kay. Look where the last one got me. I know you got enemies. I got a problem with a gatekeeper droid. Let's make a deal. You have a ship? I got a ship. And a BX series commando. Original parts? How would I know? Ask him yourself. Okay. Okay, I'm in. Great. Just like the old days, right? Yadik! Can we leave now? Yeah, let's do that. There's a turbo lift that will take you to an auxiliary exit. You're not coming with me? I can still use my credentials to get out. Now there's just one little, Viper droid problem to take care of before we leave on this job of yours. Does it have anything to do with why the Hutts want you dead? Let's just save the details until we've both made it out safe, okay? The garrison is gonna do a full security sweep. Kay, I've unlocked the rear access hatch. Get yourself out of here. We'll talk. Come on, Nex. Так, а где он? А, вот здесь. Серьезно? По двери открыли, сразу меня заметили. А еще вот это... Вроде бы все, вроде бы все. Так, а нам наверх как-то нужно? А, не через... Эти, наверное, можно. Угу, наверх. Ускоряемся. Так вот, подожди ты, я хотел ящик заюзать, ну ё-моё. Там сразу видели, здесь вообще даже не видят. Притык, блин. Ой, Никс нормально вроде работает. Ой-ой-ой, зачем я прыгнул? Конечно. Едем. Так, сюда. А, блин. Смотришь на это и думаешь, зачем я это прохожу? Наверное, просто так. Там может быть тут райзинг пройти.
Эй-эй-эй-эй, давай лечимся, лечимся. Хорошо. Все, можно сюда и выбраться. Или нет? Нам обязательно куда-то нужно. А, вот. Ну, вроде бы все, покинули базу. So this is the back way, huh? Nice view. ND5, I found Gadeek and he's in. Good. Keelan's spice has been delivered to Surratt. I advise that you find out why the syndicates are after your friend, and then fix it. Oh, I'm gonna find out. He's always had a talent for getting himself into trouble. I am in no way surprised. In the meantime, I have moved the Trailblazer to Sasheen to be closer to your location. Так, мастер по дроидам выполнено. Задание у нас, в общем, извиняюсь, конечно, за то, что я изначально не настроил. All right, Gadeek, how do we fix this droid problem? Can your speeder go over water? If it's shallow. We gotta deal with that first. My friend Themen Wexley can get you a hydro repulsor. He's got some family in Sasheen Village. Ask around there. Okay. Surratt contacted me. Sounds like he has a job for you. Но я не знал. Я не знал, что нужно было перезагрузить игру, чтобы оно все нормально стало. Давай проверим, не будет ли искать из-за весона. Не, походу нету. Это я реально из-за того, что не перезагрузил. Вот оно вот так. Короче, сработало не очень. В общем, ладно. Да. Нужно было изначально все сделать нормально. На этом тогда пока что все. Мастер по дроидам мы выполнили. Поэтому, а что у нас дальше за задание? Гадюка называется какое-то задание. Получить гидрорепульсор от Тимина. Информацию можно найти в меню способностей. Ладно, задание на сбор. Задание на сбор. Понятно. Что же могло быть здесь еще, да? Кроме задания на сбор. Ладненько, на этом все. Всем спасибо за просмотр. И с вами был я, Забайвитро. Извиняюсь еще раз за то, что не настроил изначально, хотя нужно было. На этом все. Пока-пока.